Здравствуйте, Раф Мировой Кли. Что означает, что то, что люди думают, унижает человека? Как можно видеть это в реальности, как можно воспользоваться этим в реальности, чтобы развиваться? Можем ли мы управлять мыслями? Должны ли мы управлять мыслями? Как нам реагировать на мысли? Да, это верно, что все выясняется в мысли, и мы должны управлять в основном мыслями. Поэтому правильно направлять себя, все время стараться. У меня есть разум и сердце, как их правильно направить, чтобы создать связь между нами в форме как можно более правильной, принимая в расчет как можно больше естественных, частных понятий, которые есть у каждого. Не отменять, не отрезать. Я не отрежу у товарища ногу или у другого товарища руку или еще что-то, и с тем, что останется, я смогу создать новое кли. Нет. Я должен брать все и выстраивать и соединять в таком виде, чтобы у каждого было место.